У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Эти люди ответственны и терпеливы. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. В науке им не бывает равных в решениях и основательности исследований. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Они верные, надежные и честные, уверенные в себе, амбициозные, любят риск. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Это прирожденные лидеры, жизненная задача которых – вести других к лучшему будущему. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазии и душевной доброте. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Люди с буквы «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.